Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, заберем с тобой еду. Заходим сюда. Так, наградушки все забираем. Так. А как они так интересно странно сделали? Я что-то не... Я забрал здесь, и тут у нас как бы обновление, да, получается? Уже как бы за следующий день. Так, ладно. Неужели ты готов? Ёк-макарёк. Так, друзья мои, Пеликаниптерикс. У нас новый гибрид появляется. На самом деле я обманул вас всех. Это был просто дубль. Я уже и забыл, что мы с тобой вывели его. Тихо. Не успел, ребята, я его поставить, а он уже, как говорится, просится обратно. Сматывается, короче, от меня. Так, слушай, где у нас инкубатор? Смотрим в инкубаторе, что у нас тут. А, диплотатор. Мы его водили, да, с тобой? Скрещивали, точнее. Окей. Так, диплотатор прокачаем. Замечательно. Так, ну что, Птерикса, наверное, да, с тобой мы сейчас здесь скрест... Подожди-ка, это не так делается. Так, скрестить. Все, пускай. Час, час понадобится для того, чтобы он соединился. Но, опять же, не факт, что у нас получится с первой попытки. Что это у нас тут? Цель не достигнута, забрать. Угу. Не набрали мы, ребята, нужное количество побед, поэтому нам не дали этот пак. Так, ну что у нас тут? Идем и смотрим, какие доступны события. Только для суперредких. Так, хищники. Дрожь земли, друзья мои. Дрожь земли, ух ты. Эуклодоцер. Блин, прикольный олень. Слушай, а вот здесь вот что у нас будет? Чисто легенды, да? Блин. Ну тут как всегда, друзья. Ну тут как всегда. Ты посмотри, это кто такой? Это что за... Ты посмотри на их атаку. 500, 600. Нет, я, конечно, могу взять диплотатора, но один-то он вряд ли здесь справится. Вот этого можно было бы взять. Но опять же, здесь три режима, ребята, три битвы. Что-то мне хочется в дрожь земли пойти, вот серьезно говорю. Так, супер редкие. Давай мы сегодня забудем с тобой дрожь земли, а? Я думаю, что никто не будет против. Хотя, наверное, кто-то сейчас скажет: вот, надо было идти на испытание. Ребят, ну я хочу здесь попытать свою, как говорится, удачу. Так, ну что, возьмем, наверное, так. Спинозаврика возьму и, пожалуй, кокетсу. Давно я просто не был на аренке. Хочу поиграть чуть-чуть. Ну, давай, что там? Первый поединок, поэтому противник должен быть довольно легким. Ой-ой-ой, как вот у меня Аланочка там на моего Лимносцельса выпала. Не очень хорошо. Я бы даже сказал, вообще нехорошо. Ну, пробить, естественно, не сможет, потому что у меня 266 здоровья. А менять ему смысла на кого-то нету. А тем более, если он поставит хищника, это будет вообще бобо. Так, ну что, пробиваем. Готов, парень? Так. Это Ютиранус у нас или как его там? А, Майонгозавр. Ему вообще, ребята, худо сейчас будет. Смотри, всего 12 атаки. Наверное, поменяет. Или не будет менять? Меняет все-таки. Ну, особо много не выиграл. Поехали, добиваем, наверное, да, его? Чпок, и готово. Ну, и опять же, все-таки выходит Майонгозавр.
Даже если он сольет свои 5 атак, это все равно ему не поможет. Но максимум он нанесет мне, ну, соточку урона. Так, пробуем. Все, прыжка. Ну что, неплохо начали. Сейчас посмотрим, как мы с тобой здесь рванем, не рванем. Сколько у нас уже это событие? День, два. Так, давай, показывай мне по этой. Ну что, мы перешли с тобой в добычу. Второе место, сейчас перейдем еще дальше. Так, рулеточку мне, пожалуйста. И... Ну почему ты пока не дотянул? Ну ё-моё, ну там чуть-чуть не хватило. Ладно, друзья мои, ну сейчас будет немножко, наверное, посильнее противник. Но не настолько силен. Давай возьмем велоцираптора, например. Возьму анкилозавра. И возьму пастозуха. Посмотрим. Мы, правда, на один ранг с тобой повысились. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Блин, у него там хищники, что ли, все? Что-то как-то я погорячился, по-моему, да, друзья? Что, берем пастозуха тогда? Твою налево. Ну и что это такое? Это получается трындец полный. Атакует. Ведь не побоялся же, да, атаковать? Не побоялся. Давай-ка я вот так сделаю. Но... Ну что-то там заелозил, а? Ну все, тебе кранты, парень. Тебе кранты. Так, раз. Ой, что делаю-то? Раз, два. Вот так вот. Погнали. Гудбай, парнишка. Так, Метриоринг. У него 159 здоровья. Сейчас мы посмотрим, что он, ну, естественно, добьет. Пастозуха по-любому. Да ладно, ты серьезно, что ли? Все сливает. Он подумал, что у меня, наверное, защита стоит. Ну, а тут тогда что получается? Раз, два. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Вот так вот, все, ребят. Ну, ему кранты. Метриоринху этому. И выходит у нас Ютараптор. Да, не спорю. 40-й уровень. А, 32-й. Ну, почти 40-й, да? Короче, сейчас велоцираптор его разорвет. Да-да-да. 8 очков действий. Ну, ты сам понял, да, что сейчас будет? Разрыв пукана. Все. Кранты. Молодец, красавчик. Красавчик, как всегда. Ну что, тут тоже довольно неплохо мы сыграли, но будем уже знать, что дракончики-то нужны, динозавры должны быть покруче. Тем более мы с тобой еще сейчас переходим на выжившие. Так, тут наградка будет послаще. Тут, кстати, видел, сколько там паков разыгрывается. Ну, ну блин, да все около, да... Да никак не можем попасть. Хоть бы раз мы взяли с тобой тот самый легендарный пак. Хоть раз. Ну что, я так понимаю, сейчас будет посерьезнее противник. Возьму, наверное, здесь Капразуха, Спинозавра и Скалозавра. Давай смотреть, кто нам выпадет. Что за враг, что за противник. Ага. Прянозух. Это, конечно, плохо. О, это очень плохо. Что мне брать? Так вот есть только. Только если так. Блин, там у него еще Кеца, по-моему, или Таланка. Нет, по-моему, это Кеца.
И гигантозавр. Он ничего не стал делать. Давай так попробуем. Так, 3 очка действия, да, у него? Все, вот так сливает или что? Да чтоб тебя. Так, ну что, я тогда... Нет, так не пойдет тоже. Че, бомбануть его, а? По полной программе. Ладно, поехали, я рискну, ребят. Так, получится, нет, я не посмотрел там. Не успел его добить. Так, ну смотрим, 4 очка действия. Ну, даже если он нас и добьет, то ему потом крышка. Так, ну что... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мне нужно 2 атаки потратить сюда, получается. И вот так вот сделать. Йо, как я так посчитался-то, господи, почему, блин? Ну все, эту схватку я профукал, ребята. Продинамил просто-напросто. Почему я посчитал, что он все слил? Ну тут понятное дело, вот. Тут кранты в любом случае. Да. Вот это я лопухнулся, конечно, а. Так, ну что, а, это Гатс, да? Ну, Гатс. Гатс. Поехали. 1, 2, 3, 4, да? Фигня получилась полная. Так, он нас может пробить? Если все сольет. Наверное, не сможет все-таки. Или сможет? Смог. Да, ребята, вот это лопухнулись. Ну, я, конечно, и динозавров взял, не особо таких мощных. Значит, будем знать, что надо посерьезнее брать. Получается, где-то аж вот здесь. Уинозавра возьму тогда. Птеранодона и... Нет, скафагната не буду, возьму... Вот так вот. Посмотрим, что на этот раз у нас получится. Я не удивлюсь, если это сейчас... Твою налево. Ты берешь круче, тебе еще круче дают. Ты берешь такие, еще круче тебе дают. Да что ж такое-то, а? Ну тут понятно, возьмем с тобой так. Перораптора-то, в принципе, запинаем. Вот что делать с этими, я не знаю. Меняет. Трындец, вышло чудище. Еще и ударит, да? Без стыда и совести просто взял и ударил. И отсюда. Так, опять этот олух явился, не запылился. Но ему крышка тоже. Сейчас мы его запинаем. Так, поехали. На. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать-то? Думал, одной атаки будет достаточно, а вышло, что нет. Ну ладно, птеранодон у нас есть. Главное, вот этого вот. Все сливает, абсолютно все сливает, парень. Как скажешь. Нам придется 2 атаки слить. Раз, два. Раз, два. Раз. Так, ну что? Мегалозавр. 163 атаки.
Ведь не пробьешь же. А вот теперь прощай, роднуля. Чуть-чуть, ребят, на соплях выжили. Круто. Круто. Да, это было нечто, конечно. Ну что, крутим? Так, мы уже в охотники с тобой забрались. Дайте что-нибудь хорошее. Ну дайте хоть раз пак-то, ё-моё, ну. Ну не такой, конечно, ну ладно. Все равно приятно. Хоть что-то получаешь, да? Чем когда вообще ничего. Так, ну мы продолжаем с тобой дрожь земли. Продолжаем эти схватки. Ну что, здесь, наверное, возьму нондогазавра. Возьму скафагната. И, наверное, нам понадобится здесь какой-то хищник. И это будет, наверное, ютиранус. Поехали. Надеюсь, уложимся. Ой, твою ж налево. Дракорекс у него, нифига себе. И два летающих. Почему мне так всегда везет с выбором, а? Естественно, естественно, берем вот так вот. Тут даже не обсуждается. Мелкий такой, да? Будет менять, что ли, скорее всего? Да, он меняет. Ой-ой-ой-ой. Тихо, парнишка. Еще и атакует. Твою налево, а? Скафагнат, выходи. Вот скажи, зачем я его взял, скажи мне на милость. Не знаю, зачем я его взял. Чтобы он слил всю атаку, мы его бомбанули. Для этого, наверное, да? Так, одну атаку проводит, окей. Поехали, ребята, до последнего деремся. Так, он слил все абсолютно. Он все абсолютно слил. У него одно очко действия, не забываем об этом. Так, одно очко действия. Раз, два, три, четыре, наверное, так сделаем. Так, этому кранты. Давай следующего пердуна или летуна. Так, у него 140 атаки. Блин, если он, ребята, все сольет, то он пробьет меня. Блин, он все сливает. Твою налево, и что будем делать? Блин. Ну, трэш. Получается какой-то. Вот таким вот образом. Чё-то я не уверен, что мы сможем здесь победить. А он еще все очки действий, походу, дела. А, у него ничего не осталось. Ну, давай посмотрим. 160. Что он будет делать? Копит. Ты прикинь, он копит очки действий. Давай тогда мы попробуем с тобой накопить 6. По-моему, нам сейчас влетит по первое число. Да, он все решил слить. Ну, друзья мои, кто же знал, что получится. Опять же, динозавры здесь не подошли под этот поединок. Но ничего страшного, у нас еще есть с тобой кого взять. Как говорится, элиточка пойдет у нас на потом. Возьму, наверное. Не так сделаем. Эрликозавра позже. Наверное, возьму-ка я. Как же тут лучше сделать-то? Астафрикозавра взять. Астафрикозавра, да? Например, анкилодока.
И нундагозавра. Ну, давай вот так вот попробуем. Не уверен, конечно, здесь в победе. Надо смотреть, кто против нас будет выставлен. Гальмим, Метриоринг, Тиранодон. Так, ну здесь мы с удара выносим Гальмима этого. Так, тут у нас Метриоринг. Он, наверное, меня вынесет сейчас, да? С двух плюшек-то. С двух плюшек он меня сейчас вырубит, скорее всего. Окей. Ну что, Анкилодок, давай посмотрим, сколько ты наносишь урона ему. Отлично, тоже с двух плюшек мы выносим паршивца этого. И выходит Тиранодон. Ну, а Тиранодон, как ты видишь, вообще нам здесь не страшен. А вот мы ему... Прикинь, сколько мы ему наносим атаки. 422 урона. А что он сделает? Да ничего, ему крышка. Все, распластался. Да, Анкилодок, конечно, тут мощный чувачок. Именно против летающих. Окей. Так, мы перейдем с тобой в новую лигу или нет? Да какой там перейдем? Нет, конечно. Ну, что вы мне здесь дадите? Ага. Ладушки, продолжаем поединки, друзья. Так, ну что возьмем на этот раз? Я возьму, наверное, Диплотатора. Топиелозавра возьму. И Эрликозавра. Вот такая у меня будет команда. Посмотрим, кто против нас. Да что ж ты будешь делать-то? Раджастега, Альбертозавр. Ё-моё. Вот это вот вообще не айс. Вот это вот вообще не айс. Меняем сразу же на Эрликозавра. Против Аэротитана Яманал. Так, а у него два хищника, да? Он сейчас поменяет на кого-нибудь. Окей. Так, ну что? Поменяем тогда вот так, наверное, да? И бонус. Посмотрим, что он будет сейчас чудить. Он не стал ничего делать, да, получается? Ну и мы тогда ничего не будем делать. Поехали. Сделаем вот так вот. Ничего опять не стал делать. Ту-ту-ту-ту. Ну что, я думаю, надо, наверное, пробивать. Попробуем так. Готов, парень? Так, Аэротитанчик. Сколько тебе надо слить-то, получается? Три атаки, да? О-о-о, вот это большая твоя ошибка, парень. Огромная прям. Так, Эрликозавр, давай, родной. Раз, два. Этого достаточно. Рвем. Тыч. И Альбертозавр. Давай, выходи. Ну и что ты сделаешь? А он ничего не стал делать. Ну что, теперь смотри. Я беру Диплотатора. И все сливаю в атаку.
Вот как-то так. Накумарили моего. Отлично. Ну что, переходим на следующий, наверное, ранг, может быть. А может быть и нет. Посмотрим. К сожалению, пока еще нет. Ну что нам тут? Да что ты будешь делать? Я все надеюсь вырвать здесь пак, но почему-то пока не получается. Так, ну что, я возьму Трипиагоптера, а Мангазавра возьму здесь и Метриакантозавра. И будем надеяться, что не выпадет здесь рептилий. Так, сейчас посмотрим, кто тут. Твою налево. Ну, как раз у него получается. Ох. Так мы ему сейчас чпок. И готово. А вот этот вот. В плане, мы его не пробили. У него что, дофигища здоровья было, да? Ладно. Так, он решил все-таки атаковать. Ну что, добиваем его? Фиг делать-то. Так, у него тоже здесь амангазавр, я смотрю, есть. Ну, походу, нашей птичке крышка, да? Наша птичка долеталась. Так, точно. Ну, его анкилозавр тоже допрыгался здесь. Раз, два, три. Тыдыч. Так, у него алангозавр тоже вышел. Четыре. Ну, давай посмотрим, сколько ты сольешь. По идее, ему нужно три атаки как минимум слить. Ну и ты понимаешь, что мы сейчас, наверное, да, мы его сейчас ушатаем. Даже его одно очко действий не поможет ему. Все. Запинали. Так, ну что, сейчас мы, по идее, должны с собой перепрыгнуть уже на следующую лигу. На следующий ранг. Да, мы в хищнике. 5% лучших игроков. Крутим. Так, $20, да, получили. Очередная битва. Ну, здесь уже будет все по высшему разряду. Как ты понимаешь, тут уже надо брать топовых бойцов. Так, и, наверное, вот так. Не уверен, конечно, в нашем выборе. Но сейчас посмотрим. Сейчас, скорее всего, здесь будут одни гибриды. Ну, давай, давай. Что там думает 3 часа? Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй, как неудачно-то попал я. Надо менять будет. Надо будет менять на хищника. Вот так вот. Так, у него модификация вторая. Ему только менять на этого, если... Поменял, да? Барионикс. Давай я вот так сделаю. Я сделаю вот так. Ну что, будет атаковать? Нет, он не стал. Ну что, ребята, я сливаюсь. Крышка ему, отлично. Апатозавр. Ну и что ты сделаешь мне, апатозавр? А, боюсь абсолютно ничего, да? Окей. Следующего, пожалуйста.
8. Ну, здесь, если он все сольет, то, конечно, победит. Пять достаточно, что ли? Да, ребят, 5 было достаточно ему, прикинь. Так, ну что же мы с тобой делаем тогда? Ну, попробуем, давай атаковать. Допустим. Ему нужно будет слить 2. Ну, а теперь давай смотреть, что у нас из этого получится. Так, он решил, да, сделать? Ну, проверочка. О, все, парень. Пока. Я даже не знаю, почему он ничего абсолютно не стал делать. Ну что, в очки действия все это захотел влить. Это как-то необдуманно на самом деле было. Так, ну что. Не надо вылетать только, а? Ну, игра, естественно, вылетела, но я заработал 375 ДНК. Так, это, друзья мои, еще не конец. Мы продолжаем. Еще есть у нас кем подраться. Так, где там у нас? Есть еще у нас динозавры, поэтому продолжаем. Так, возьмем Эдди Морфодона, Диплотатора и Таникалагриуса. Ну, смотрим, кто здесь выпадет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот Птидастр, или как его там звать. Это плохо, на самом деле. Это плохо. Акроконтозавр. Этот чувачок, да, он сильный. Так, 2 атаки делает. И не побоялся же, главное, да? Посмотри. Блин, мне все сливать, что ли, придется? Придется. Кто там у тебя следующий? Секодонатозавр, блин. 2 атаки придется тебе слить, парень. Смотри, а что происходит здесь? Блин, сколько мне нужно ему? 2 атаки, да? 2 атаки нанести. И взять бонус. Опять ему придется сливать 2 атаки. А, он все слил. Так, ну что? Давай, Таникалагриус. Будем пытаться его валить. Тирадаустро, блин, нифига себе. Название такое. Ты видел, как? Он чем-то напоминает мне пеликана. Так, ну, слава богу, мы здесь выиграли. Правда, нам больше некем играть. Топовых бойцов у нас не осталось. Сорок девятая позиция, ребят. Я считаю, что это неплохо для первого забега. Так опять вылетает. Ну что, 16 тысяч монет. Мало. Так, давай посмотрим, может быть, у нас еще на один поединочек как-нибудь нашкребется. Но я почему-то сомневаюсь. Тиродактиля могу взять. Тиранозавра.
Ну и стегоцератопса. Все, больше мне некого брать. Так, смотрим, кто здесь выпадает. Ё-моё, это еще что? Афеоками. Это, по-моему, гибридное. Такс. Нифига, у него тут супер гибрид. О-ля-ля, ты хорош, завязывай, парень. Ушатывает, прикинь. Но если мы, например, сделаем... Да, я боюсь. Я боюсь, нас сейчас вот этот ханога ушатает. Спинотозух. Ё-моё. Ну тут понятно, тут ему одного удара достаточно, чтобы меня стереть с лица земли. А этот ничего не сделает. Да. Ну, ребята, это было ожидаемо. Я вам сразу сказал, что играть мне некем, и я пошел ва-банк. Просто уже, как говорится, последних динозавриков решил отыграть. Если здесь, извини меня, уже вот такие вот ребята идут, то дальше я боюсь представить. Такие же, только уже 20-х, 30-х, наверное, уровней. Ну, ты прикинь, 1283 атаки. Ну, я понимаю, что по хищнику, ой, по травояднику, но все равно. Это, конечно, слишком жестко. Так, ладно. Аренку, я думаю, что сегодня неплохо мы отыграли. Так, давай-ка мы заберем здесь награды. Какие тут у нас? Одна только лишь, да? ПВП. Так, пойдем моды с тобой сделаем. Давай, 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 не кряхти. Чарли, что ты нам дашь? Устрашение. Так, давай еще что-нибудь. И это опять устрашение. Да что ж ты будешь делать? О, ладно, два устрашения ты дал. Так, используй ускорение. Потратить монеты. Ну, монеты у нас тратятся обычно где? На еде. Так, а здесь у нас что? Ага, ты созрел, да? Элиматерий. Элиматерий. Так, забираем здесь награду. Использовать три ускорения и в кайнозойской эре нужно сыграть. Сколько тут по... О, 12 долларов, давай потратим. Забираем. Так, ну что, прокачаем его, да? До 20 уровня. Так, да тихо ты. Кто у нас там следующий-то? Я уже не помню, для чего мы хотели. О, можно вот этих скрестить. Два нондазуха. Давай скрестим, а. Эволюция. Старт. Опа, как быстренько у нас получилось. Как у нас быстренько получилось. Что там, уже все выполнили, да? Окей. Но я хотел его прокачать. Замечательно. Так, что мы можем с тобой? Наверное... 4600. Твою налево, как ты дорого стоишь-то, а? 4600. А где у нас... Так, тут 20-й... Где у нас гибрид? Ага, вот, топиелозавр. Давай-ка мы... Ой-ой-ой-ой-ой. Он за 8000, ничего себе, переваливает.
Дорогущий чувачок, оказывается. А больше у меня гибридов нет, да, получается? Да пускай такая будет его... А, тут можно сразу тоже завершить. Аллозавр. Смотри, как он выглядит. Прикольно. На рынке есть? Есть аллозавр, но он не про мою честь, скажем так. Птеродактиль. Стега. Вообще бесплатно. Так, это был у нас стегоцефал. Стега, к сожалению, у нас пока не открыт. Так, что у нас тут опять? Ух ты. Забираем. Так, аланка. Аланка у нас будет алангозавр, да, если мы с тобой сделаем. Трицератопс. Это у нас тоже есть, поэтому не нужно этого делать. Спинозавр. Пускай эволюционирует, фиг с ним. Так, ну а мы с тобой идем... ПВП. Кайнозойская эра. Раз, два, три. Такс. Блин, ну аренка, конечно, сегодня была хороша. Жалко, конечно, мало призов. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пещерника. А, ну пещерника, в принципе, мы вырубим, да? Ну, должны постараться его вырубить. Давай атаку сделаем. Менять? Нет, он решил две атаки сделать. Ну тогда мы его ушатываем, да? Трындец, не добили даже. А ему придется две атаки сливать. Так, мамонт, ты как, сможешь его вырубить? Ну, две атаки, конечно, придется слить. Две атаки плюс бонус. Ага, ЛС-мотери здесь профукивает нам по полной программе, как ты видишь. Возьмет оленя, наверное, он. Да, он берет этого оленя никчемного, которого мы с тобой... Ушатываем, скорее всего, да? Да. И опять же ЛС-мотери к нам возвращается. Ну, в общем, одним словом, здесь мы с тобой победили. Че, он решил подкопить себе очки действий? Ты думаешь, это тебе поможет? Конечно же нет. Ну вот так вот, вот так это все произошло. Ну что, друзья мои, давайте заберем, наверное, что там у нас. Рулеточка наша, да? Любителя. И твою душу. Так, давай еще разок. Ну, дадите мне что-нибудь путевое, а, на этот раз. Вот нет, чтобы дать суперсильные звери. Нет, дают мне монетки. Ну что я могу сделать, ребят? Я сегодня постарался, попытался как можно лучше сделать серию. А как уж получилось, решайте сами. Так, 400 ДНК, неплохо, кстати. 35 бакинских и диплодок. Все. 95 очков доверий. Так, игра что-то в последнее время вылетает раз за разом. Не знаю, что случилось.
А Лимноселис у нас с чем? Коллаборинг. А коллаборинг у нас, к сожалению, его нету, да? Он есть, но он за янтарь, к сожалению. Так, друзья мои, кто-то спрашивал, где найти янтарный рынок. Просто заходишь на рынок, и вот здесь вот есть янтарный рынок. Есть рынок ДНК. В общем, вот так вот. Не помню, кто там мне писал в комментариях: «Рэй, а где янтарный рынок найти?» Вот он внизу. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.